Точилку для кошачьих когтей мы уже мастерили, игрушку для котенка тоже. Пришло время соорудить жилплощадь. Сегодня будем мастерить кошкин дом. И для этого нам понадобится обычная картонная коробка. Хорошо, если эта коробка будет без рисунков и каких-то наклеек, но если есть наклейка, ее легко снять. Перед съемкой я проверила лайфхак, дула на наклейку, которая была плотно приклеена к коробке горячим феном, и она тут же отвалилась. Итак, что нам нужно сделать? Первым делом мы будем вырезать окошки. Для этого я взяла вот такую металлическую тарелочку. Она будет моим шаблоном и помощником для вырезания. И еще у меня вот такие крышечки от баночки со специями. Они тоже металлические. И с их помощью тоже можно будет вырезать ровный, аккуратный круг. Хочу, чтобы сразу было понятно, что домик этот кошачий, поэтому к этому окошку я добавлю ушки и вырежу их с помощью металлической линейки. Теперь я все это протыкаю. У меня получилось вот такое окошко, и осталось добавить сверху еще три маленьких. Три окошечка я вырезала, выдавливаем. Вот что у нас получилось. С этой стороны я хочу вырезать еще одно окошко, фигурное. Тоже нарисовала его карандашом посередине и теперь буду аккуратненько вырезать. Теперь приступаем к крыше. Для нее нам понадобится дополнительный картон. Вот я его уже вырезала заранее. Он будет примерно вот так вот располагаться. Но для того, чтобы крыша хорошо приклеилась, нам нужно сделать небольшую подготовительную работу. Открываем нашу коробку. Здесь есть вот такие вот части. Находим середину и проводим две такие наклонные линии. И по этим линиям вырезаем. Теперь нужно эти стороны верхней части коробки приклеить к треугольным. Сделаем это с помощью горячего пистолета. Получится такая основа для крыши. Вот так у нас получилось, но вот тут же дырка, возможно, сюда будет попадать дождь, поэтому нужно все это заклеить. Прикладываем лист картона и наносим клей. Вот что у нас получилось. Крыша есть, стены есть, дверь есть, окно есть. Предлагаю еще на дне дома провести несколько полосок горячим пистолетом для того, чтобы вся наша конструкция на скользком ламинате не каталась, а внутрь положить что-нибудь мягкое и пушистое.